Что такое парламентаризм, как он появился и в чем заключается его роль? Ответы на эти вопросы получили сегодня ученики из 35 школ города. Урок гражданственности провели студенты юридического факультета. Для каждого класса была подготовлена определенная программа. Мы постараемся как можно более тщательно, внимательно относиться к этому делу, попытаемся более обширно дать информацию, ну и, конечно же, рассчитывая на возрастной ценз данных детей. Информация будет интересная, обещаем преподавателю очень увлекательно. В 13-й школе первыми непростой материал усвоили ученики начальных классов. Сначала они прослушали доклад об истории развития парламентаризма и политической системы своей страны, узнали, кто входит в состав парламента и как разрабатываются и принимаются законы. Чтобы изучение темы для малышей было интересным, рассказ сопровождался видеопрезентацией. А для закрепления материала студенты подготовили викторины, задавая ребятам вопросы разной сложности. Такая акция позволит развить правовое образование учащихся и воспитать активную гражданскую позицию будущих избирателей, уверены организаторы. Данный материал входит в рамки школьной программы, но помимо школьной программы хочется еще что внести новое и новые формы использовать. И, конечно, интерес есть, потому что если есть интересная подача, даже трудного материала, дети всегда заинтересованы. Отзывы дети, студенты получили хорошие. В этом году подобный урок гражданственности прошел уже во второй раз. Впервые акция в рамках краевого политического марафона «Время выбирать» была организована ко дню Конституции. В планах организаторов сделать такие мероприятия традиционными и вводить новые формы в гражданско-правовое образование школьников. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.